И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Вескер с вами на связи, но это Лара Крофт. И мы продолжаем с вами прохождение. И идем уже за Мару. Да, идем за ним, потому что это логично, так как последнее задание с Эбби, оно будет чуть позже. Нам, получается, вниз надо. Глядя через канализацию. Ой, да ладно тебе, ты у меня спокойно можешь дышать. Ничего опасного пока не наблюдаю. Так, ясно. Я бы тут много чего поискал бы, да уж не буду. Жизнь дорога. Если что-то... Ну, хотя, в принципе, я всю столицу уже обошел, все собрали там, только испытания остались. Но я думаю, испытания какие-нибудь необычные будут. Так... Это что же за путь-то такой? А, ну да. Вулкан. Конечно. Ох, выбрались. О, только не через зону Виндиго, прошу. Иона, получилось. Я вижу мост. Черт! Они взорвали мост. Поищем другой путь. Так, видишь красный дым? Да. Я пойду посмотрю, что там. Унурату сказала, что алый огонь — ее судьба. Хорошо, не задерживайся. Вы слышите вот эти крики? Штаб, это кардинал 2. Мост ликвидирован. Хорошо. Командиры, свяжитесь с наземной поддержкой. Кардинал 2, ведите их. Вас понял. Да. Помните, любой недочет в построении — это шанс для противника. Вы вот это слышите? Кардинал 8, вижу противника. Меняю курс на 1.05. Обозначьте зоны поражения и любой ценой защищайте храм! Они будут нападать со всех сторон! Любой недочет построения — это шанс для противника! Да, мы тут были. Виндиго пошли в атаку. Это чисто анимация такая вот наложенная. Так. Виндиго продолжает идти. Но мне придется посражаться с ними. Еще вертолеты. Но, к счастью, мне не надо их бомбить. Я ошиб. Тринити их отстреливает. Наземные войска! Ну, в отношении Яшир я соглашусь с Тринити. Правильное решение. Эти Виндиго опасны. Какая гигантская, хорошая золотая статуя. И это ведь целый отлитый кусок золота, как минимум. Не заметили.
Вот. Прогресс по всем секторам, но мы несем большие потери. Всем бойцам отойти от стен. Сгруппируйтесь. Огонь с перекрытием секторов обстрела. Давай залезай. Вот источник дыма. Совсем рядом. Ты хочешь туда полезть? Ну, вперед. Я не буду возражать. Смастерю-ка немножко. У нас все равно есть пламя дракона. Давайте воспользуемся. Что здесь будет? О! Когда от алого огня пойдет дым, ищи свое зеркало. Это судьба Унурату. Я бы ее не дергал. Здрасте. Недавно не виделись. Как жизнь, как здоровье? Как это спокойно на меня реагируешь? Раньше орал как сумасшедшая. Что, последняя из магикан? Да. О, там виндюга. Так, зря ты заговорил на английском. Мы должны объединиться и одолеть Кукулькана. Она понимает меня? Откуда она знает английский? Она не должна знать английский. Так шель. Исчель. Бери, надевай и со змеей иди. Красиво, спасибо. Это официальный знак, да? Оу, красота. Спасибо. Кукулькан там. У нее такой прокуренный голос. Меня официально признала ваша королева. Пожалуйста, не трогайте, товарищ Виндиго. О, спасибо. Спасибо, спасибо. Позвольте. О, она наверх полезла. Прекрасно. Одна масочка превратила меня в местное божество. Это так мило. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Спасибо. В общем, они на нашей стороне. Виндиго на нас. За нас, это хорошо. Иона, я привела подмогу. Я Шиль, они со мной. Что? Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Командир, мы видели Кро. А нас я Шиль. Чего? Не отвлекайтесь. Убейте ее. Так, ой-ой-ой. Они повсюду! Нам нужно подкрепление! Скорее! Высылаем подкрепление.
кто-то по рации. Кто-то сам... Прям забавно. Он, видимо, передает. Мисс Крофт, мы залезли к ним в рацию. Что дальше? Как с этой штукой говорить? Высший совет на месте. Защищаем периметр. Повторяю, высший совет под защитой. Это командир. Высший совет в полном составе прибыл, чтобы лично увидеть нашу победу. Мы будем держать периметр любой ценой. Тряните здесь. Тут у меня нос чешется. Руководство прибыло. Давай, давай, Крофт. Лезем, лезем, лезем. Лезем, лезем, Крофт. Смотрите, они буквально прыгают на эту штуку. А можно их облутать, пожалуйста? Нет? А, они уже их... Это их принято. Иона, мы справились. Мы открыли дорогу к храму. Черт, я нас сейчас... Мы тоже пробиваемся. Уже рядом. Где Домингес? Он в храме. Осталось чуть-чуть. Вот его тащит. Видели, как он его тащил? Это мое тело. Благодарю, Кукулькан. За дар возрождения! Мы все готовы принять твою силу! Ты понимаешь, что за тобой барышня? Лучше не снимай, а то сейчас Виндиган тебе напросится. Привет. Павлин. Серьезно, у нас целая арма... Я по праву завершу ритуал. По какому? Они не правы. Не правы! Ложь. Он принадлежит им. Отдай ларец. Нет. Нет. Никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы. Вместе. Затмением. Я фотку делаю. Извините, программа сейчас сделает со звуком. Я не знаю, как его вырубить оттуда. Так. Походу, надо помогать нашим. Закрыто. О-оу. Это командир Рур. Всем подразделениям удерживать. Прорыв ворот! Всем бойцам! Господа, не дайте противнику попасть в цель. Держитесь любой ценой. Обряд почти завершен. Это Рурк. Когда обряд завершится, вас всех спасут, и лучшие из лучших получат щедрую награду. А что за щедрая награда? Поясните, пожалуйста. Кого? Виндиго с нами. Не трогаем. Виндиго нас не тронут. Домингеса, этого сопливого ученого больше нет. И скоро Тринити захватит тут власть. Думаешь, Тринити не сделано войти? Скоро настанет новый мир, какого ты и представить не можешь. Тут да, прибыли на место. Надо с ними раздеться. Так. Пора с этим кричать. Да.
спокойно, спокойно. Давай, 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 давай. Вот. Окружите ее, уничтожьте. Так, а как вот с этой штукой делать, я вот не понимаю. О! Это паладин один. Меня окружили, патронов больше. Нет, пожалуйста, нет! Я его жалею сейчас. Он реально... Он связался с Виндиго с одной стороны. Но его можно понять. Он защищался от Виндиго. Я его не осуждаю за это. Они его там буквально жрут. Они его раздирают на запчасти. Вы посмотрите. Мне его жалко. В данном случае конкретно его мне жалко. Да, они прыгаются на броневике. Но если бы он закрылся, успел бы закрыться, лучше бы запирался. Он бы еще мог, наверное, Иона, протянуть. Рурк мертв. Иду за Домингесом останавливать обряд. Будем сдерживать остальных сколько сможем. Есть комментарий? Вот это вот... Игла Адониса. Мне это не надо. Вот я бы вот этого прокачал бы. Да очков пока нет. А все остальное фигня. Кстати, давайте-ка мы сделаем сейчас сохранение. Хочу посмотреть, сколько у нас ушло. Вот здесь. Давайте-ка посмотрим. Такой своеобразный способ проверить. Мы с вами уже прошли 4%. У нас осталось 7% от основного сюжета. Это отряд Зета! На высший совет напали! Нам нужно... Я не понимаю ваше хар-харканье. Переведите, пожалуйста, на английский, русский или японский. Можно испанский, но упрощенной версии. Прием. Лара Крофт вас не понимает. Давай, залезай. Вот тут зацепляется. Высший совет перебит. Командир Рурк, мы ждем приказов. Рурк тоже погиб. Что? И кто тогда главный? Домингес. Бойцам, отступаем! А что с периметром? Нет никакого периметра! Все погибли! Просто убирайтесь оттуда! Вот это называется паника. Вот как ей везет, а если бы вот... Так. Куда? А, наблюдал. Давай, давай. Сейчас по гигантской роже еще полазы. А, нет, не будем. Ну, в принципе, да, там же чистокровное золото. Так, давай. Вообще в таких пещерах, просто говоря, вертолет летать адекватно не может. Я диву даюсь, как он до сих пор летает. Померкнет солнце. Да сотрет тьма мир, что мы знали ранее.
Дорастают тени! И да воссияет вновь солнце над созданным нами миром! Абсолютная власть. Сила Кукулькана. Это нехорошо. Но это послабее, чем Китежград. Уничтожь того, кто захочет уничтожить твою власть и силу. Иди-ка сюда. Кукулькан, защити нас и направь. Помоги создать все заново. Дай нам силу. Попробую спровоцировать вот того гада. Эти идолы. Мне нужно выпустить заключенную в них энергию. Займись-ка я вот этим. На, а вот, повидишь, побежала. А ну иди сюда. Сегодня мы возьмем в руки нашу. Ну раз они знают, что я здесь. Так. Меня что-то сожгло. Не понял, что, но меня что-то сожгло. Анатомингис, не иначе. Уничтожь того, кто захочет уничтожить твою власть и силу! Кукулькан! Защити нас! И направь! Да померкнет солнце! И уничтожит тьма мир, который мы знаем! Найди ее! Она не должна нам помешать! Да ладно! О! Давай-давай! Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу! Давай-давай-давай, есть! Давай-давай, скрывай! Сначала ломаем, потом думаем. Я ему по яйцам стреляю. Из чего они сделали их? Давай-давай-давай-давай, ломай-ломай-ломай-ломай. Отбивать на столе. Главное сломать ту штуку. Все остальное — это вопрос. Мне везде рады, знаешь ли. Давай-давай-давай, есть, живем. Давай, есть, живем. Так, возьму дробаш. Давай, есть. О, вот это я его отправил, мне нравится. Вот так, вот это мне нравится. Давай, давай, да хватит перезаряжаться, вот эту штуку ломай. Ничто не помешает мне изменить.
Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Мимо. Такая наглость. О, я еще жив. Да подожди. А, у меня нету. Ладно. Где он? Да. Хочешь выстрелить в бога? Да, я это уже делал. О, привет. Так, это я пособираю, и надо целиться вот в него. Так, я не понимаю, что надо делать. Наверное, надо идти вперед. Либо забрать надо что-то. Давай. Вот. Вся моя жизнь. Ты не победишь бога. Да ну, у меня кинжалик бога. Я позволил тебе жить. Больше не позволю. И куда побежал? Побоишься? Хочешь выстрелить в бога? Уже делаю. Хочешь выстрелить в бога? Так, ладно, признаю, ты хорошо стреляешь в бога. Этот будет не мешаться. Иди сюда, божественная сущность. Нам как раз... Я должен защищать, пойдите, а не ты! Так. Хочешь выстрелить в бога? Мимо. Так, неплохо. Я живой. Защиты нет. Так, где эти шишники? О, привет! Хорош удар. Амару, если вышвыришь, поставь этому повышение. Хотя ладно, я тебя избавил. Хочешь выстрелить в бога? Да, иди сюда. Правило трех. Это третье. Нападай, если хочешь. Вулкан только придаст мне сил. Так и нам дает. Знаешь ли. Какая наглость. О, хорош. На всякий случай силушку богатырскую ставлю. А где он? А, нет, ты не Кукулькан, но... Так. Иди сюда, вот. Спасибо. Я его не вижу, поэтому он где-то прячется. Амарыч, ты где? А, ты за мной ходишь. Так бы сказал бы. А ну иди сюда. О, черт, убегает. Какая наглость. Я считал, что ты умнее. Что нет, иди сюда.
Вот теперь в спину, как бр... Цезаря. Кстати, он похож на Цезаря сейчас, оделся неплохо. Вот я по яйцам. Так, ладно, отходим. Небезопасно. Да. Давай, двигаемся. Ой, зараза. Черт. Запас здоровья кончается. Надеюсь, что здесь сохранение после каждого вот этого. Да. Не лезьте. Да, в спину. Как крысы. Зараза, неплохо бьешься. Так. Так. Черт, меня подстрелил. Я хотел от этих избавиться, они стреляют тоже, они мешаются. Один в один, я могу его побороть. Какая наглость! Я уже это делаю. Надо с него сбивать спесь кукульканскую. Бля, так, давай. Что сейчас такое было? Взрыв силы, что ли? Её прям в стену швырнуло. Я считал, что ты умный. Видишь, я реально умнее. А теперь извини, тут побегаю. Так, теперь я тут побегаю, возьму дробашек. Какая наглость! Я считал, что ты умнее. Да, иди сюда. Вот последний кусочек кинжала. Почти в сухую сделали. Прости. Ну что ты извиняешься? Спасибо, идите. Последняя надежда. Но он реально боится за этот город. Он отчасти прав. Прошу. Да он не отчасти, он реально прав. Конечно. Тринити его использовала, а он их использовал, чтобы спасти. Звук, когда ты на пике оргазма. Это уже напоминает как раз таки первый фильм с Анджелиной Джоли. Чтобы найти сокровище, хитроумная Лара Крофт должна обмануть короля. Обмануть? Боюсь, король не согласен. Дорогие мои, вы можете замереть на секунду? Да, королева. Один. Можно мне глянуть? Конечно. Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила. Что бы ты сделал? Моя храбрая дочка, которая не ожидает... Нападение ягуара! Я ее понимаю. Где же пройдет? Я бы отца вернул бы на ее месте. Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Пап,
Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Ну, Ричард. Это тоже глупо. Я знаю, куда мы поедем. Куда? Египет. На Гавайи. Да, хорошее предложение. Мауи. Нэнси Дрю там была у нас недавно. Прощай, мам. Помочь мне со светом. Прощай, папа. Готовки к походу. Нет. Ты мой научный ассистент. Ах да, вы правы. Виноват, мэм. Что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. Ой, это уж у меня блокнотик есть. Почему у людей не может быть вот так сих? Так, и как там солнце вернуть? Добрый день. Еще раз. Точнее, ночь. Надеюсь, вы не прочь рассказать, что такое? В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? То есть мы должны убить саму Лару. Ну? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю, сейчас его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Собственно, жизнью гениально. Так, вебку. Спасибо, пойдите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Я думал, они ее заколят. А это всего лишь обычное затмение, а столько пафоса из-за всего этого делают. Два дня спустя, после того, как закололи Лару Крофт, превратив в бога на секунду. Унурату. Мать. Воин. Мятежник. Царица. Императрица, ты забыл. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь мы объединим Пайтити, как она мечтала. Мило. То есть и Чель, верхний Пайтити и нижний Пайтити будут едины. Я представляю себе. Чё ты на меня так смотришь? Завтра я возвращаюсь в Кувакьяку. Правда? Mm-hmm. Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? Мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Да, мы тоже. Ну а ты? Ты тоже рад. Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Да. Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Серьезно? Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми.
Хорошо. А тебе не нужно вещи собирать? Да, презерватив покупать. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Да. Мы придем на свадьбу. Покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен. Столько хороших кадров, я даже не знаю, что взять. Ну, хотя бы у Иона ушел с победы, и у Иона девушка, это самое главное. Shadow Tomb Raider. Иона, восхождение девушки. Можешь как-то скипнуть это? Сейчас попробую пощелкать, может получится. Ну, мне реально хотелось бы это вот все скипнуть, потому что у нас осталось еще одно задание, связанное с Эбби. Мы, наверное, знаете, смотрите, у нас осталось последнее задание. Что? Нет, все нормально, ничего нет. А где звук? А, звук попадает. А я уже я думал, у меня проблем со звуком нет. Все нормально. О! Так вот почему не скипывается. А почему нельзя сразу это показать? Это арты. Концепты. Мне нравится, кстати, реально. Это еще не конец игры, если что, у нас еще один квест остался в ней, который доступен только после прохождения концовки, за что я очень рад. То есть у нас еще будет с вами один эпизод, так что не переживайте. Возможно, даже два, если тот большой. Но вот это, ну, в принципе, тут у нас еще с вами 3 минуты в запасе есть, так что можно, в принципе, посмотреть на всю эту красоту. Тем более оно никак, оно не скипывается. А оно не скипывается. Я вот реально нажимаю, оно не скипывается. Я не знаю, что делать. Я даже ускорить его не могу. А, есть! Спасибо. Я посмотрел бы эти заставки, ну сами меня понимаете. Я ошибалась. Я думала, что должна совершить что-то выдающееся, чтобы моя жизнь снова стала моей. Думала, что должна все исправить. Но тайны мира нужно хранить, а не разгадывать. Я всего лишь одна из многих защитников. Я не знаю, что уготовано мне в будущем, но не могу дождаться своего следующего приключения. Я постараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Альфред? Чаю, мисс Крофт. С радостью. Вот эту Лару я могу признать. Вот именно вот эту постфиналочку. Я как говорил, Лара всегда что-нибудь да украдет и будет держать у себя. Мистически опасный артефакт у себя держит. За это респект. И Альфред с ней, вот эти две очень нравятся. Я рад. Ну, либо вот, не Альфред, Уинстон. Сейчас, наверное, начнут орать. Уинстон, его зовут Уинстон. Да, ребят, извините. Уинстон, Уинстон. Я уже давненько подзапамятовал. Дворецкий, вот когда... Ну, сколько вот этих вот новых Крофт проходил? Ребят, я в первый том по Рейдер перезапуск на 14-го года-то. Я еще помнил его, а после Китишграда я уже подзабыл, к сожалению. Ну, мне реально приятно было сейчас увидеть концовочку. Концовочка реально хорошая. Доступна новая игра плюс. Поздравляем, вы прошли Shadow Tomb Raider. Выберите продолжить в главном меню, чтобы вернуться в Пайтити. Вы окажетесь там до финальной игры Самару. Однако путь в город Змея будет закрыт. Выберите новую игру, чтобы повторить приключения с уже пройденными, с уже приобретенными вами навыками. А, нет, я продолжить. Я хочу, во-первых, понять по поводу квеста. Ну, как бы, мы закончили Самару. Я хочу посмотреть по поводу последнего квеста.
По-другому никак. Он как бы доступен, но нам сказали потом. Или может быть там организация свадьбы. Ну, чисто хотя бы давайте посмотрим, получится, не получится с Эбби поговорить. Давайте тогда так сделаем. Вот сейчас. На данный момент, ребят, прервем запись. Ну, даже если сейчас она загрузится вот здесь. Потому что я сразу отправлюсь к Эбби. Если я буду записывать. Если там будет что-то, значит будет эпизод. Если не будет ничего, ну, значит ничего не будет. Но мне реально понравилась игра. Да, я ненавижу эту обновленную версию Лары. Последнюю вот релизнутую. Но она пришла к плюс-минус к той Ларе Крофт, которую я реально люблю и уважаю. Вот реально, не каждый игровой персонаж заслуживает уважения, но вот Лара, классическая Лара Крофт заслуживает уважения. И вот это под конец, она прошла довольно безумный путь. Плюс мне приятно нравится, что у Йона наконец-то свадьба. Эй, Казанова, поздравляю со свадьбой. Ладно, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал Discord, ВК, Девинар, Телеграм. Обязательно подписывайтесь на все социальные сети, ссылочки в описании. Смотрим другие Лары Крофт, которые мы проходили. И мы с вами еще не прощаемся, а может быть и прощаемся. Ждем завтра эпизода. Если его не будет, значит будет что-то другое, я напишу обязательно. Но пока что, ну, готовимся. Уверен, что эпизод с Эбби будет. Но он реально есть. Я хочу пройти, посмотреть, что, как, с чем едят. Так что готовимся. Ну, а с вами был Вески, Лара Крофт. До скорых всем встреч. Всем пока, удачи. Увидимся. А, и пишем в комментариях самый главный вопрос. Вы знаете, я противник брака и свадьбы, но что подарить Ионе? Реально. Илая раздавили, где мне его достать нового? Предлагайте ваши версии, что подарить Ионе, Майну и Эбби на их свадьбу. И причем подарок должен быть щедрый. А то целый пойдите придет. Не хочу краснеть. Удачи.